Добрый день. Продолжаю выставлять на продажу старинные елочные украшения с 1 рубля. Все эти игрушки будут выставлены. Наконец-то дошел до стекляруса. На видео очень хорошо передается состояние и цветопередача. Хорошее увеличение. Все как под линзой. Все лоты буду снимать на видео и выставлять с 1 рубля. То есть то, сколько предложат. Если цена останется рубль, значит уйдет за рубль. Так, вроде так, вот так посложить. Я ничего не перебирал, не распутывал. Чтобы все это собрать, лучше разрезать нить и по новой все это собрать в бусы. Но здесь его очень много. Так, сейчас попробую показать, как это выглядит в пакете. Вот такой вот у нас получился пакетик. Довольно-таки прилично. Будет чем заняться перед Новым годом. Дополнительная информация под видео. Всем удачи!